Здравствуйте, сейчас мы запишем Packet Tracer 7.2.10. Так, давайте начнем. А здесь есть все команды, ну практически все. Давайте сразу делать. Так, R2, первым делом R2, заходим в R2, enable configure terminal. Так, IP DHCP excluded address, это мы исключаем адрес первых 10 адресов из R1. Paste. Вводим. Теперь нам нужно сделать то же самое, только для R3. А для этого мы меняем здесь на 30 и здесь на 30. Все. Так, это мы выполнили степ 1. Потом степ 2. Create a DHCP pool. Давайте это сейчас сделаем. Пишем IP DHCP pool, название R1-LAN, вводим, DHCP pool R1-LAN, сеть network прописываем, network 192.168.10.0, так, 255, маска 255.255.0, все, сеть задали, default router 192.168.10.1 и DNS сервер 192.168.20.254. Готово. Так, теперь делаем то же самое, только для R3 LAN. Давайте вверх буду. Так, R3 LAN. Там R1 точно был. Ага, у нас не добавилось, потому что неправильно, видимо, назвал. R1 LAN, да. Теперь все команды заново. Сеть. Default router. И DNS сервер. Готово. Да, вот проценты добавились. Теперь делаем так же, только для R3 LAN. Вверх. Так, сеть. Сеть для R3 у нас будет 30.0. Маска такая же. Default router, понятное дело, 31. И DNS сервер тот же самый. Готово. 48%. Давайте на всякий случай проверим, все ли я тут. Да, как видите, в R2 я все верно настроил. Готово. Теперь, что мы делаем дальше? Дальше мы в R2, давайте, там, конечно, R2 самый последний, но давайте его просто заранее настроим, пока он открыт. В R2 заходим в интерфейс G00, нет, G01, V2, G01, IP, адрес DHCP, или не выйдет. Нет, должно выйти. IP-адрес DHCP, то есть, чтобы роутер сам себе назначал IP-адрес через DHCP. И включаем интерфейс. No shutdown. Все, готово. В R2 мы точно все настроили. Можно еще раз проверить. Да, сейчас, секунду, не грузится. А, ниже просто нет. Вот, порты, они сами настроились, этот порт. Готово. Продолжаем. Теперь нам нужно настроить в R1 и R3 еще адреса и в компьютерах. Заходим в R1. Enable Configure Terminal. Interface G00. Тут IP Helper Address. Вроде правильно написал. Так, 10.1.1.2. Нет, что-то неправильно. А, не интерфейс не ввел. Так, понял. Вот это вот. Копи делаем. И все стираем. Все. Заходим в интерфейс, я просто не вошел. И paste делаем. Все. Да-да-да. Я вижу, что я пропустил. IP helper address. А теперь то же самое делаем на R3.
Открываем R3, enable configure terminal, interface G00, IP helper адрес и тот же самый, а нет, минус тот же самый, 10.2.2.2, все, 10.2.2.2, готово. И теперь нам осталось настроить только компьютеры. ПК1, заходим, IP configuration, DHCP, правда IPv6 мы не устраивали, но не важно. Так, все, request successful, и теперь еще ПК2, IP, DHCP. Сейчас он запросит адрес, получит его, готово. Все, мы все настроили правильно, как видим, у нас 100 баллов, это было довольно простое задание. И причем здесь все уже само описано. На этом все, пока.